Факт сбыта поддельных 100-долларовых купюр в крупном размере выявлен агентством по финансовому мониторингу в Алматы. Группа лиц задержана при попытке сбыта фальшивых купюр в ходе контрольного закупа. Отметим, что двое жителей Алматы неоднократно сбывали поддельную иностранную купюру на общую сумму 32 700 долларов США под предлогом приобретения различного вида криптовалют. Приговором суда двое фигурантов дела признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 5,5 лет. Агентством с начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1060 фальшивых банкнот, из них в национальной валюте 141 штука на сумму 647 тысяч тенге, 905 купюр на 90 400 долларов США, 4 купюры на 2000 евро, 10 купюр на сумму 1000 юаней. Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составила более 43 миллионов тенге. Напоминаем, что гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков. Не разменивайте купюры незнакомым лицам и не покупайте валюту у менял, даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу. Призываем граждан и субъекты финансового мониторинга, чья деятельность связана с оборотом наличности, в случае обнаружения фальшивых банкнот незамедлительно обратиться в АФМ или территориальные департаменты.